Здравствуйте, меня зовут Марина Внукова. Сегодня мы поговорим о том, что нас всех объединяет. На самом деле, в последние несколько лет нас объединяет то, что мы находимся в стрессе. И мне очень понравилась продукция «Концепция здоровья», которая работает с этой тематикой. Вот такое питание нервной системы, сначала я его недооценила. А когда разобралась, что входит в состав, мне стало любопытно. Потому что сюда входит экстракт корня пиона. Довольно известный антистрессовый растительный препарат. И мне стало любопытно, как именно концепция здоровья поработала с этим растительным сырьем. Ведь на самом деле корень пиона – это ключевой экстракт. Потому что защищает, кроме самой нервной системы, еще и почки. Те, кто знает, как работает страх, он бьет нас по почкам. И действительно, наша мочеполовая система, почки, зависимы от эмоций страха. Они разрушаются, когда мы в стрессе. Корень пиона, который здесь соседствует с пустырником, с мятой, с душицей, он ведет главную ноту, защищая нас от раздражительности, стресса, депрессии. Женщины со знаменитым ПМС, пожалуйста, это тоже для вас. Метеозависимый значительно облегчает эту самую метеозависимость. При вегетососудистой дистонии питание для нервной системы очень помогает. При повышенных умственных нагрузках тоже оно же. И еще, если вы добавите к питанию нервной системы еще и смесь для иммунитета, буквально по полложечки, по пол чайной ложечки на ночь, вы будете спать как младенец. Мне очень нравится такое сочетание. Так вот, питание для нервной системы для всех нас сейчас, наверное, необходимость.